Всем приветик в этот жаркий день. Сейчас 4 часа дня, 5 час, и в тенечке плюс 32. Все-таки прохладнее, чем было плюс 35. Небо безупречно безоблачное. Рейка, это я безупречно жрать хочу. Да, это тут уже насыпано. Вот я жду. Да-да-да. Сейчас солнце, сейчас. Ок, и счастливый, я тоже буду. Мы все хотим, а как же? Да, хочешь? Конечно, хочешь. Тут даже сомнений нет, колебаний. Да-да-да, сейчас. А давай, покажи, как ты умеешь, давай. Вот так, скажи, могу. Вот так могу. Вот, скажи. Я в душе попрыгунчик, да. Все нормально. Вот, на. Занимайся. Да, мы пока с Аськой посидим, покараулим пацанов. Их надо периодически караулить, чтобы они не поссорились. Да, каждый ест в своей стороне. Да, мужчины они такие. Да, могут найти повод, да, для разговора матом. Это такая тема, скажи. Да, да, да. Ой, боже, ты сейчас упадешь, солнце. Ты ж лапками там держишься как-то. Да, надо, надо держаться, надо. Тут уже виноградик начинает формироваться. Ну, это такой кисленький винный. Я его, в принципе-то, не ем, оставляю на зиму птицам. Птички мне потом спасибо говорят. И собаки его едят. Он там еще не объели снизу. Тоже полюбляют эту тему. Все у меня сегодня быстро гуляла. Я пока переодевалась, они пописали, я их обратно загнала. Ну, жарковато сильно товарищам. Слишком это, слишком. Эти как бы привыкшие господа. И у нас он как бы в сарае в их будке немножко попрохладнее. А старушек жалко. Ну что ж, пенсия все-таки древняя. Так как сегодня у нас 15-е, то туда-сюда и август закончится. Это все быстро. Лафа заканчивается, потом туда-сюда и Новый год. Печалька.